Вот такой вот у нас местечко, отель. Сейчас покажу, куда мы пойдем. Как дойти до еды. Hello. Отель классный, на самом деле, большой, кайфовый. Кровать огромная, комната самая большая, с Куала-Лумпуром не сравнится. С отелями в Куала-Лумпуре. Все-таки в Таиланде все доступнее как-то и проще и лучше. В плане еды и жилья. Цена вроде нормальная. Здесь цены подороже, чем в Бангкоке. Да? В Бангкоке вообще классно. Пойдем сядем. Пойдем. Ну, за 80 бат патай заказали. Типа. Не знаю, как на вкус. Надо попробовать. Вроде ничего. Немножко сладковато. А не помнишь, сколько? Мне в Бангкоке патай больше всего нравился. Там фруктов, точнее овощей больше всего. Ну попробуй, скажи, что думаешь. Вкусно, да. Сколько он тоже 80, да, стоит? Угу. Ну это 80, и это 80. Ну, кстати, неплохо. Самое прикольное, что это совсем рядом. Потому что мы дошли от отеля, поели и ушли обратно. Если вдруг. В общем, Паттай мне показался, что там мало зеленушек всяких. И сама порция маловато. А у тебя получается грибов нету, у меня, да? Нет, начинки мало. То есть там только травы вот эти, которые маграс, имбирь. Ну вот я Паттайю, если по 10-бальной шкале поставлю, наверное, 7, наверное, может. А вот их какую оценочку? Наверное, 6. А в Бангкоке 10? Да. Да, Бангкок рулит. Нет, по вкусу тоже, но мало. Ну, того, что можно съесть из него. А, я понял. Вот, все, что осталось. Это минус, конечно. Ну да, это там имбирь, лемонграсс, жесткий лук. Ну, лука я еще съела. Кафе Орхидея. Они здесь, кстати, такси не берут. В Таиланде вообще, по-моему, мало где берут. Без комиссии здесь, да? Да. Русский ресторан подсолнух. Где? Да, здесь даже тайцы по-русски разговаривают. Это забавно. Русский ресторан подсолнух. Готовим на вынос. Все. Ага, женщина такая счастливая сидит, такая, рыбки ее обгладывают.
Здесь уже рынок пошел. Привет. Уже тайцы по-русски. А вон ананасики. А, мы здесь покупали, да? А ты хочешь, что ли? Привет. И в большинстве своем они знают слова «привет», «спасибо», «я люблю тебя» и что еще? Как дела? Привет. Как дела, да. Все, это весь тайский набор. Нет, почему? Вчера человека мне сказал о том, что... Ну, они еще... Название столика он сказал. Название столика и цены по-русски. 300. Это будет 300. Помнишь, вчера мы тут хотели на заказывать, так ничего и не заказали. Короче, вот здесь вот можно покушать. Без всякого есть. Вот вчера мы вот тут укушали. Так, а вот здесь можно купить джекфуд. О, а его здесь что-то не видно. Вчера был здесь, сегодня нету. Может, они его... Странно. А do you have jet food? Hello. One. Okay. How much green mango? Ano, 50 kilogram. 50 килограмм. А это 30. Thank you. 18 ба. 18. А, всего за это. Скоро к нам в Россию поедете? Много не понимаете. Soon you go to Russia. No. No money. You very good Russian language. Two. Money? Yeah. Money no. Okay. Сама мало money. Ну да. А дине ти пау мале дьоле. Дине вот и сто. Сегодня купили паспорт. Да. Ну вот. Thank you. Спасибо. Can I taste? Попробовать? Сейчас попробуем. А это что, на лук похоже? О. Пробую первый раз эту штуку. Давно хотели. Я даже не знаю, на что похоже. Вкусно хоть, скажи, нет? Попробуй, я не понимаю. Оно какое-то безвкусное. Вообще мне напомнило крыжовник, только не кислый, а безвкусный. Ну вот по составляющей какой-то, не пойми чего, то ли это груша. Thank you. А, может быть, это еще ревень, только не кислый, напоминаю. Thank you. Будешь сейчас манго или нет? Все. А что это? А, вот эта штука, что это такое? Вообще непонятно. Так издалека. Ты что, что попробуешь? Вот как мне его потом? Он испортится. Пакетики носить, когда? Name. Санто? Да. Какой это Санто, неизвестно. Я боюсь, что оно в пакетике. А это сладкое? Sweet? Чуть-чуть. Мы же пробовали. Я такое не пробовал. А how much? Килограмм 120 бат.
мы сейчас идем на пляж Ката. Ката Бич. Мы находимся, скажем так, выбрали отель между двух пляжей. Ката и второй, не помню, как это. Корон? Ката и Корон. Ну, Ката близко. Ну, Ката практически рядом с нами, да. А до Корон надо еще дойти. Потому что мы просто хотим захватить оба пляжа. Вот очень часто, кстати, в Таиланде люди работают, чтобы вот так вот остановить машины, чтобы машина выехала или заехала машина. Странно, я такого в Питере вообще не видел. Регулировщик свой получается. Бананы 25. Что, подпорчены? Немного, да. Пахнет странно. Я понял, это вчерашние, то, что они собирали. Ну, выкинем. Они все подпорчены, думаешь? Это вчера то, что мы видели. Видать, он за жару. Из-за жары немножко в того. Сориентировался? Вот шортики. Вот такие вот, может быть. Hello. Hello. How much? 400 бат. 400 бат. Let me hear, yes. Окей. Надо. Это сколько рублей-то? Это симпатичный. Такая яркая, красивая, красненькая. Вот люблю я Таиланд за его вот эти яркие краски. Много ярких машин, особенно в Бангкоке. Кстати, вон там этот обменник. Но обменники не особо выгодные. Сколько там? 33, что-то 3,8. Что-то, в общем, не очень курс. Хорошо, что мы наменяли с собой уже. В общем, что на Пхукете, что на Крабе, обменники плохие. Менять лучше в больших городах. Выгодней. Мы в Бангкоке меняли. Все. На пляже Ката что не понравилось. Мы вчера были там. Мелкий песок, он такой как пыль. Вот это не прикольно. Но вода была вчера чистая. Но тут от прилива, от отлива зависит. Вон море. Здесь такая странная река. Как большая лужа. Не особо красивая. Hello. How much? 50 baht. Okay. Это? 100 baht. Okay. 40 baht. Ну, ну, они смотрят русский, почему бы и не заработать? Только приехавшие, наверное, думают. Hello. Тоже 50. Hello.
буду. Пошел и там можно купаться. Вот и сок. Вот и сок, он как такой. Ой. Да я с удовольствием. Были бы силы. На сегодня еще рабочий день. Надо. Хорошо, хорошо. Уже сняла, тоже, пожалуй, сниму. Ботинки. Кстати, здесь по ночам, о, видите, отверстие. Здесь эти крабы туда забегают. Начинали беситься тут. По ночам, по вечерам бегать. Сейчас по трубам. О, водичка шикарная. Вода. Сейчас, наверное, отлив. Видишь, вода такая мутненькая. Кстати, я так понимаю, вообще у всех морей есть сайты, где показывают отлив-прилив в районе. Вот, купаться лучше всегда в прилив. Тогда вода чище, и там всякая живность, она не подошла еще к берегу. А в отлив наоборот, она еще не ушла от берега, поэтому можно с ней столкнуться, с какой-нибудь живностью. И плюс вода еще мутнее. Сейчас я вам покажу, насколько прозрачная вода. Она просто как в ванной. Волны пошли. Вода просто чистейшая. Конечно, приятно. И еще здесь очень мелкое дно. Здесь вон, видите, люди все стоят, они стоят. Там, как на Финском заливе, короче. То есть с детьми здесь, конечно, вообще идеально. Вот такая прозрачная вода. Мы тут одну маленькую медузу нашли. Сейчас я вам ее покажу. Вот медуза, видите? Ага. Подожди, я хочу вот так сделать. Ага. Ой, она катится в ту сторону. Ну, чтобы ее подвидеть. Не хочет она наверх. Нет. Она просто наверх тут вылезала. Я тут с телефоном одну камеру уже утопил, что она мне не работает. О. О, давай ее сфотографируем. Где она? У меня сзади щиплется. А у меня тоже щипает. Это... Я хочу, чтобы, может, ее вот так. Можешь сфотографировать? Угу. Но она не хочет.